Всем привет участникам! Я очень рада с вами здесь увидеться, встретиться. Добрый день, Лондон! Всем привет участникам! Я рада вас всех здесь видеть, с вами встретиться и с вами познакомиться. Меня зовут Жанна Дудинска. Я живу в чудесном месте на границе Эстонии и Латвии. У нас один город, два государства, поэтому я сразу представляю два государства одновременно. Я не художница, у меня совершенно другая профессия, просто мне очень нравится рисовать уже с детства. Данная картина, которую я привезла, не похожа на мои взгляды и все остальное. Это темные тона, это единственная картина в темных тонах. В основном я рисую яркими оранжевыми, желтыми, зелеными красками. Просто эта картина, я увидела фото, и она мне напомнила мое детство. Свое детство я провела в очень глухой деревне. В Латвии, в глухой деревне, и застала еще те времена, когда не было даже в отдельных домах электричества. Там были керосиновые лампы и вот такие вот штучки, которые люди ходили на керосине, тоже ходили на улице, освещали себе дом. Там была природа, деревянные полы. И это все так напомнило мне свое детство и ностальгию, что вот мне просто вдохновило это нарисовать. Я очень люблю природу, лес. Мне притягивает все натуральное. Камни, деревья, вода, все, что живое и настоящее. Я сейчас живу в мире техногенном, где есть телефоны, мобильники, электричество, связи. Но очень скучаю по тому своему детству. Эта картина заняла здесь второе место на конкурсе. Две картины заняли мои первые места, но их уже нет, их купили. Поэтому я привезла ее именно вот эту. Ну, в общем, мне рассказывать больше нечего. Благодарю всех организаторов за эту возможность, которая дана мне, за то, что я приехала здесь, встретилась с замечательными людьми, получила обалденные просто воспоминания, впечатления, энергию. У меня даже нет слов, чтобы все описать, все, что я чувствую. Благодарю тебя, Лондон. Я рада буду тебя видеть снова.